Теперь давайте рассмотрим связь отдачи от масштаба со средними издержками фирмы. Мы сейчас с вами докажем, что если технология производства фирмы характеризуется постоянной отдачей от масштаба, то ее средние издержки будут константой. Если технология производства фирмы характеризуется возрастающей отдачей от масштаба, то ее средние издержки будут убывать. И наоборот, если технология производства фирмы характеризуется убывающей отдачей от масштаба, то ее средние издержки будут расти при увеличении объема производства. Давайте рассмотрим технологию фирмы просто как какое-то Q, которое равняется F от KL. И посмотрим, что будет происходить с C, если мы увеличим и K, и L в N раз. То есть если мы используем в N раз больше факторов производства. Соответственно, в первом случае наши издержки будут записываться стандартной функцией VL плюс RK, а во втором случае у нас будут все эти факторы умножены на N. То есть у нас будет V умножить на NL плюс R умножить на NK. Теперь запишем средние издержки в каждом из этих случаев. Средние издержки представляют собой общие издержки ТЦ делить на Q, то есть если у нас технология производства фирмы характеризуется постоянной отдачей от масштаба, то у нас f от nk nl будет равняться n умножить на f от kl. То есть если мы увеличили количество факторов производства в n раз, то и объем изменился тоже в n раз. Соответственно, в таком случае у нас ac1 будут в точности совпадать с ac0. Значит, наши средние издержки будут константой. Если у нас фирма использует технологию производства, которая характеризуется возрастающей отдачей от масштаба, то мы получим, что у нас f от nk и nl, то есть когда мы увеличили количество факторов производства в n раз, будет больше, чем n умножить на исходное количество. Соответственно, ac1 у нас будут меньше, чем ac0, а значит, они убывают. Абсолютно симметрично будет с убывающей отдачей от масштаба. Если мы увеличим факторы производства в n раз, а количество у нас увеличится меньше, чем в n раз, то получится, что у нас ac1 больше, чем ac2, а значит у нас средние издержки фирмы будут возрастать. Как вы видите, мы доказали, что у нас отдача от масштаба напрямую связана со средними издержками.